Ребят, привет! Реолинда, Калифорния, 30 июля 2021. Ну, сегодня небольшое видео о инжире, очередное, некоторые ответы на вопросы. Ну вот сегодня у нас еще один сбор, основной сбор. Уже на протяжении, наверное, 4 или 5 дней мы собираем инжир. Сегодня самый большой сбор. Сегодня мы собрали, ну, по нашим мерам веса в фунтах 16 фунтов или же чуть больше 7,5 килограмм. Вот у нас здесь примерно 5 сортов. Я постараюсь сейчас перечислить, какие здесь есть. Это у нас Tiger или Pinache. Здесь у нас в основном медовый Питера, Питерскани. И здесь у нас 4 сорта. Сейчас, вернее, посчитаю, ребят. Здесь у нас Black Jack, Viola de Bordeaux второй. Потом улучшенный турецкий коричневый и просто турецкий коричневый. Ну, то есть 4 сорта черного у нас здесь, как я понимаю, правильно посчитал. То есть очень хороший урожай. Ну, в принципе, большое ведро, да, 7-килограммовое, полное. Да, у меня спрашивают, что мы делаем с излишками. Естественно, мы столько не съедаем. Ну, каждый день у нас в пределах 5-6 килограмм. Сейчас мы собираем каждый день вот инжира. Столько, естественно, мы не съедаем. Что мы с ним делаем? Ну, первое, вот рядом частично, да, мы его сушим. Второе, употребляем свежим. Третье, угощаем друзей и знакомых. И четвертое, в этом году начали в первый раз продавать. Да, ну еще и джем делаем, но это не так часто. Спрашивают меня люди, сколько, какая цена у нас на инжир, у нас локальная цена. Вот эти сорта мы продаем по $5 фунт. То есть это $5 стоит 453 грамма. $5. То есть чуть меньше килограмма стоит $10 вот этого инжира. Этот инжир Tiger мы продаем по $8 фунт. Но опять же, $8 за 454 грамма. Вы можете пересчитать на килограммы. То есть вот такая цена. Где продаем? Просто публикуем объявление на локальном, на наших локальных соцсетях. Да, вернее, это не локальная соцсеть, но они работают по именно территориально. И вот, допустим, в основном мы публикуем объявление Marketplace, это на Фейсбуке. И там, получается, люди с нами стыкуются. Практически продаются очень быстро, в течение 1,5-2 часов все продается. И люди еще просят. То есть в магазинах их практически нету. По причине того, что, ну, они достаточно тяжело транспортируются, быстро портятся. А если есть, они очень дорогие. Ну и плюс тому, что у нас это все собрано свежее, только-только с дерева. И, естественно, это тоже людей подкупает, что это, как бы, так сказать, домашнее, непромышленное производство. Небольшие фермы какие-то. Так что вот, ребят, как-то так. Вот такая коробка полная. И здесь еще в чашке примерно килограмм. Ну, а также что еще хочу сказать. Я лично съедаю в день примерно 4-5 штук. Больше, как бы, не думаю, что конкретно для меня будет полезно, так как очень большое содержание сахара в плодах. И для меня этого достаточно. Ну, дети могут съесть больше, если хотят. Вот так, ребята. Все, ребят, спасибо за просмотр. Бай-бай.